вот, чтобы колпаки на месте были, чтобы вот таких царапин не было, которые, если они не было, они появились. Чтобы, грубо говоря, ты когда выйдешь, и потом ты будешь заезжать, и эту царапину ты не предупредил, на тебя просто повесят эту царапину. Ну, проверяется внешне, чтобы пореза на шин не было. Спидометр, как бы, ну, внутри проверяется, как бы, чтобы все работало. Аварийка, фары, ну, это уже механики проверяют, но все равно, как бы, сам тоже это проходишь, проверяешь. Чтобы лобовое не было, там, трещины, ничего. С утра вот рано ты выходишь, ты масло проверил, самое главное, заводишь автобус, все проверил, все. Он тебя пока нагреется, все, ты уже механика отметился и выезжаешь. Ничего такого тяжелого нет. Ну, водителем я с детства хотел быть. Увлекался. Вот. Еще с 8 лет мне дедушка уже учил это делать. Уже с 11 лет сам ездил. Вот. И когда вот 18 стукнул, права получил, сразу же стал водителем. Работать. Так, а где до этого работали? В такси. В такси, то есть все весело стаж, вот в такси. Ну, не весь, но в больших ездил, ну, большинство, да. Я начинал, знаете, еще был такой, это Ратмир такси. Вот я оттуда начинал работать. Вот. Все хорошо, это лет 15 назад было, да. Сейчас время тяжелое стало, потому что облавы стали на таксистов забирать машины, потому что лицензию надо, а у меня цвет машин не подходит, как бы вот. И пришлось идти уже на государственную. Потому что и как бы работаешь, и как бы тебе идет и отпуск, и все, как бы, и больничный, как бы ты ни о чем не думаешь. Вот эта категория была или учились? Учился. Учились, то есть здесь же от предприятия было? От предприятия все. Я пришел сюда 26 мая, все, уже официально устроился. Вот, стажировался я 12 смен, это больше месяца почти. Почти месяц даже, 12 смен, 2-2 работали, вот. Наставник у меня был Мулин Григорий, очень хороший человек, как бы... Сели, он сразу все объяснил. Не то, что там нам сказали, два дня там покатаешься рядом. Он сразу сел, объяснил, как бы я еще не понимал. Я спрашивал, человек не психовал, все объяснял. Как бы вот приезжали на конечную, он мне, садись, пробуй ездить как бы по стоянке. Вот я сел, попробовал. Вот, да, немножко как бы непривычно было после легковой, потому что вот. Ну, я говорю, 5-10 минут, все, я как бы привык, все, родное свое стало. Вот, вот таких побольше бы наставников, как Григорий Мулин бы, работа не пыльна, сидишь, ответственность, возишь людей, ну, как бы приятно можно сказать, что ты возишь людей там на работу, с работы, как бы там... Ждут тебя, довозишь, как там еще сказать. Ну, мне нравится работа, я с удовольствием встаю, еду на работу, даже подработки беру. Я на такси больше не пойду. Все, хватит. Отдал свое здоровье, все. Тем более у меня сейчас семья, трое детей. Надо же воспитывать, кормить, школа сейчас. Вот, нет, здесь одна официальная, только работать.